Здравствуйте, меня зовут Лиля, я инструктор компании NMM. Сегодня мы вам продемонстрируем технологию нанесения геймлака. Шаг первый. Подготовка ногтевой пластины. Тщательно шлифуем ногтевую пластину бафом для натуральных ногтей. Сметаем пыль щеткой. Шаг второй. Тщательно во всех пазухах обезжириваем ногтевую пластину средством для обезжиривания Neo Nail. Шаг третий. Для лучшей адгезии материала с ногтевой пластиной наносим полусухой кистью бескислотный праймер Neo Nail. Даем высохнуть на воздухе 30 секунд. Шаг четвертый. Наносим стирающими движениями базу Neo Nail. При необходимости базой выравниваем ногтевую пластину. Полимеризуем 30 секунд в лампе LED 48 Вт Neo Nail. Шаг пятый. Покрываем гель-лаком цветное покрытие. Каждый слой полимеризуем 30 секунд. Шаг шестой. Покрываем цветное покрытие топом Neo Nail. При необходимости выравниваем ногтевую пластину. Полимеризуем 30 секунд в лампе. Снимаем липкий слой клинер Neo Nail.